Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то долгожданные кадры из Шарджи, из инновационного центра Skyway. И мы с вами беседуем сегодня с руководителем организации строительства закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Сергеем Викторовичем Зайко, уже хорошо вам знакомым. Здравствуйте, Сергей Викторович! Добрый день! Расскажите, вот экодом за нами. Какова стадия его строительства? Да, мы с вами находимся на фоне строящегося экодома. Значит, на сегодняшний день выполняются отделочные работы и выполняются кровельные работы. Выполнена гидроизоляция кровли, значит, и сейчас происходит настил террасной доски на кровле. Спасибо. Все ли идет по плану или есть какие-то проблемы, которые задерживают ваш прогресс в работе? Надеемся и планируем выполнить задачи, которые нам поставило руководство в срок. Спасибо большое. Что еще интересного здесь происходит, о котором вы хотели бы рассказать? Здание вообще в плане имеет квадратную форму с размерами 30 на 30. Внутри есть внутренний двор, размеры которого в плане 13 на 13. Внутри уже смонтирован нулевой километр и выложен гранит и ведутся отделочные работы. Может быть, покажете? Пожалуйста. Сергей Викторович, я впервые внутри экодома, и хотя снаружи он выглядит как стройка, поразительно, что внутри уже есть хотя бы, ну, вот это одно, как я понимаю, помещение, которое готово для работы. Так ли это? Да, мы находимся с вами внутри экодома, и это одно из первых помещений, в котором мы уже принимаем делегации и, в принципе, это помещение готово к работе. Единственное, на сегодняшний день мы еще проводим инженерные коммуникации, чтобы обеспечить комфортную работу. Не просто работу, а комфортную работу в этом доме. Мне кажется, здесь вполне комфортно, абсолютно все есть. Ну, не знаю, что еще можно пожелать. Что еще должно здесь быть? Ну, должны быть кондиционеры для того, чтобы, когда температура поднимется выше 40 градусов, можно было комфортно себя здесь чувствовать. Ну и водопровод, канализация. Спасибо большое. Теперь, если можно, давайте пройдем во внутренний дворик, где и нулевой километр Транснета, ну и все остальное, и завершим наше интервью там. Да, пожалуйста. Сергей Викторович, ну, наверное же, не зря сие сооружение называется «Экодом». Очевидно, оно сделано из каких-то особых материалов. Ну, действительно, «Экодом» подразумевает, что стены дома сделаны из экологически чистого материала. Это наш брус, наш клееный брус размерами 200 на 175, который собрали наши белорусские специалисты. Вот мы выполнили кровлю с местными специалистами, сделали гидроизоляцию. И сейчас, опять же, выполняем укладку террасной доски, опять же, из нашего дерева, экологически чистого, обработанного специальным составом. Ну да, это очевидно, поскольку нам уже известно, что это чуть ли не первый деревянный дом, построенный в Объединенных Арабских Эмиратах, в силу пожароопасности, в силу жаркого климата и так далее, и что было очень тяжело получить разрешение на его строительство. Или я ошибаюсь? Вы не ошибаетесь, но действительно это один из первых, возможно, это даже и первый дом, потому что все и подрядчики, и все делегации, когда приходят к нам, они отмечают, что внутри дышится очень легко, и вообще температурный режим в доме в жаркие, когда погода на улице плюс 40, в дом заходишь, и температура достаточно комфортная. Ну, как я понимаю, не только из-за того, что экологически чистые материалы использованы для строительства. Почему еще это сооружение называется «Экодом»? Ну, потому что у нас будет эксплуатируемая кровля наверху, которая будут установлены катки с растениями, будут высажены растения как на кровле, так и внутри двора, в котором мы с вами сейчас находимся. Спасибо большое, Сергей Викторович. Извините, что отвлек вас от основной работы и не буду задерживать. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.